Вопрос. Что такое WebCF? WebCF – это Windows Communication Foundation, это программный фреймворк, который используется обмена данными между приложениями. А WebCF входит в состав .NET Framework, выпущен был с версии 3.0 в декабре, по-моему, 2006 года. WebCF позволяет обмен между приложениями, между системами. Упрощенную модель, как считает Microsoft, на самом деле достаточно сложный сервис. Обмен сообщениями, обмен данными, обмен это на основании эндпоинтов, ну, по принципу веб-сервисов, ASMX, ну, там, NetRemoting, ну и другие. WebCF универсален, может работать в разных стандартах, и в том числе и REST, и Endpoint, и веб-сервис. Веб-сокет, вернее, ну, в общем, может все.